Короче, о чем я? Сейчас классики предстанут перед нами в очень необычном амплуа, так сказать. Автор – Любовь Пахомовская из Москвы. Раз Гоголь сидел и жевал свой вареник, и Пушкин ему от души сказал: «Ну, Колян, ты вправду бездельник, иди ревизор напиши». Раз Пушкин и Гоголь курили вдвоем, стишков обсуждая детали, и Пушкин сказал: «Футуристов побьем, конкретно же суки достали». А тут из аптеки вернулся и Блок, и тоже побить футуристов помог. Вместе бьем футуристов. Раз Пушкин и Гоголь сдавали ЕГЭ, и Пушкину Гоголь сказал: «ЕГЭ, напрасно мечтали с тобой в институт, да нас в ПТУ-то и то не возьмут». И, плюнув обратно в свой век золотой, ушли, а за ними бежал Лев Толстой. Бегут втроем! Вон там. Раз Пушкин и Гоголь на танцы пошли, и Пушкин там встретил свою Натали, а Гоголь в углу преферанс проиграл. Вот так он, чудак, свое счастье проспал. Некрасов раз к Пушкину в гости зашел, они как раз с Гоголем пили. Кому на Руси нынче жить хорошо? Они его молча побили. Аплодисменты, пьем вместе! Некрасова! Раз Пушкин и Гоголь, то было давно, смотрели индийское вместе кино. И Пушкин рыдал и сморкался в манжет, а Гоголь взял ручку и стибрил сюжет. Признаю, что это простительный грех. У няни сюжетов не хватит на всех. Ну, что правда, это правда.